На дезинфекцию самарских улиц и парков выходят не только коммунальщики. В помощь им – военные ЦВО. Решение по оказанию поддержки принял командующий 2-й общевойсковой армии Андрей Колотовкин по поручению губернатора региона Дмитрия Азарова. На обработку направили 6 единиц спецтехники и 16 человек личного состава. Для дезинфекции заранее было подготовлено 15 тонн специального раствора. Соответственно, это никаким образом не влияет ни на растительность, ни на флору, ни на фауну. Это чисто является дезинфицирующим раствором в защите от вируса. Военные ЦВО обработали дорожки Струковского сада, лавочки и скейт-парк. Уже больше месяца парки Самары закрыты. В это время все общественные территории благоустраивают, обрабатывают от клещей и насекомых. И, конечно, регулярно проводят дезинфекцию. Помимо этого, регулярно проводятся антибактериальные обработки и детских площадок, и скамеек на территории парка. Все это сделано для того, чтобы как можно быстрее победить нам этот недуг и в полную силу, в полном объеме уже принять горожан, принять людей на территории парков. Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты уже обработали рубежное и городское кладбище. В ближайшее время они планируют провести дезинфекцию на Самарской набережной. Мария Елчан, Николай Епифанов, Максим Гусев. События.